Мы вам показали пальто, которое мы отшили для платного курса. Я считаю это пальто, конечно, абсолютно идеальным, очень высокотехнологичная работа, но появились комментарии по поводу там шлица отстает и еще такое прочее. Сегодня я вам покажу, как выглядит пальто, как выглядит шлица, какая вложена работа. Сейчас я вам показываю это на манекене. Потом я вам покажу это на столе. Потом мы оденем на Ольгу еще раз, и я вам покажу, как оно выглядит. Если там немножечко наэлектризовалось, шлица, конечно, не приклеенный элемент, и она, конечно, стоит вот так в естественном виде. И когда шевелишься, она, конечно же, вот так отодвигается. Просьба к людям, у которых не было пальто, у которых не было шлицы, которые не знают, как это носится, как это выглядит, пожалуйста, не писать. Я вас умоляю, сначала пшите, походите, купите, поносите, прочувствуйте, узнайте, как выглядит шлица в носке, а потом пишите. Хорошо, договорились? Сейчас показываю. Вот так выглядит шлица в спокойном состоянии. Конечно, она не приклеена вот здесь клеем. И не пришита, она, естественно, в свободном полете находится. Она, естественно, вот так чувствует себя так, как ей хочется. Вот так вот выглядит передняя часть пальто. Абсолютно идеально. Здесь можно вообще на доли миллиметров проверять ровность, и здесь вообще никогда не будет ни одного вообще нюанса. Сейчас мы снимем с манекена, разложим на столе и рассмотрим со всех сторон эту шлицу. Мы же не просто вам показываем пальто и шлицу, а мы вам показываем технологию. 5,5 часов видео для того, чтобы вы понимали, как высокая технология помогает нам создавать абсолютно безупречные изделия. Технология изготовления шлицы абсолютно безошибочна. Здесь не может быть ошибок ни в ровности, ни в совпадении, ни в длине, ни в обработке углов, ни в чем не может быть у вас ни одной ошибки. Поэтому мы вам и показываем. А сейчас снимаем пальто с манекена и покажем его на столе. Рассмотрим передний угол пальто. Абсолютно идеальный низ. Абсолютно идеальный край. Чтобы с лица показать. Даже не может быть нигде там вообще ни одного миллиметра, чтобы какие-то тут были отклонения в ровности и здесь также в ровности. Потому что все исполняется технологично, каждый узел под линейку и операция за операцией. Вот этот угол выполнен так, что он абсолютно застрахован в том, чтобы у нас здесь никогда не тянул вот туда подклад. Это исключено совершенно, никаких перетяжек при такой технологии быть не может, просто не может, просто не может. Даже вы захотите, у вас это не получится. Вот так вот выглядит наша шлица с изнанки. Абсолютно, абсолютно. Просто уже сняли эти прокладочные швы здесь под линейку, прокладочные швы. Это абсолютно ровные линии, которые вообще не подлежат. Абсолютно все сделано идеально точно. Настолько здесь сделана хорошо подкладка, что она не может тянуть. Вот если бы у нас вот это вот не было сделано, мы могли бы сказать, что нам куда-то там затягивает подкладка, и оно отстает, но у нас не затягивает. Она вот лежит вот этот момент, вот так, как ей хочется ткани. Здесь абсолютно все застраховано от того, чтобы что-то тянуло. Вы видите? Сколько здесь есть подкладки. Даже если человек оденет неаккуратно и тут затянет в рукав, тут все равно не будет тянуть, потому что идеально, абсолютно отработана технология. Это внешний угол, внутренняя часть шлицы, вот внешняя часть шлицы. Ничего здесь не может тянуть. Просто вот не может и все. А сейчас мы оденем на Олю пальто и покажем. Смотрите, как выглядит пальто. Конечно, вот здесь вот полагаются быть свободки, потому что человек и за рулем ездит, и мало ли что, как бы руки должны все-таки двигаться, в этом месте нельзя зауживать. Вот абсолютно идеальная шлица. Конечно, она электризуется, и немножко там во время движения вот так вот не стоит прямо туда, и это невозможно, но это абсолютно идеальное исполнение, абсолютно идеальное. Поворачиваемся. Смотрим, как выглядит пальто. Поворачивайся медленно. Влажно-тепловая обработка со всех сторон абсолютно идеальная. Формование, формование груди, формование лопаточной части, формование рукава, форма. Смотрите, какой рукавчик.
Где вы видели сейчас хоть одно готовое пальто вот с таким вот формообразующими операциями? Такое пальто каждый человек, каждый из вас, кто купит наш курс, может сшить самостоятельно, без проблем с технологией. Основная цель этого курса – преподнести технологию. Не моду, не стиль, а именно технологию. Поэтому пользуйтесь. Очень рада, что мы наконец это сделали. Долго-долго мы это делали. Безумное количество работы вложено. Видео 5,5 часов, на съемки ушло около 4 месяцев. Поэтому, ну не пишите колючих писем, это бесполезно. Я настолько знаю технологию, что вы даже, вот те, кто пишет, вы даже не представляете, насколько. Желаю успехов, чтобы у вас все получалось. Всего хорошего. С вами были мы, Пауштерина Михайловна, Оля и Ястребов Алексей.